Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний наш концерт посвящен памяти Валерия Грушина. Человеку, которому в октябре этого года исполнилось бы 75 лет. Но Валерий погиб совсем юным человеком в наших краях в августе 1967 года. Погиб, спасая детей, начальника метеостанции «Хадама», которые вместе с отцом перевернулись на моторной лодке на реке Уда. Друзья Валерия Грушина несколько раз прилетали на место гибели, но тело так и не нашли. Там установлен памятный знак. В память о Валерии Грушине в этом году состоится экспедиция. Иркутский песенный клуб «Мост» выступил инициатором совместного проекта, и сегодняшний наш концерт должен был быть завершающим его аккордом. Но по разным причинам сроки экспедиции сдвинулись почти на месяц, и самарцы приедут к нам в начале октября. Напомним вам, уважаемые зрители, слушатели, что созданное Валерием Грушиным трио «Поющие бобры» при Куйбышевском авиационном институте было очень популярно в то время. Поэтому на следующий же год те, кто знал погибшего, кто любил слушать его песни, решили собраться на Жигулевских горах, чтобы почтить его память. Именно тогда родился ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.